Всем привет, дорогие друзья. Ну что, теперь я предлагаю Амонкасанам нарисовать обычными карандашами для рисования. Итак, давайте возьмем по классике ножку. Раз черточка, два примерно такого же размера черточка у нас. Вот. Здесь закругление. Поехали, пускай будет высокий в данный момент. Здесь тоже так. Раз. И вот здесь разрыв сделаем. Рюкзак. Захребетник. Классика жанра. Так. 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 Вот. И дальше. В данный момент он у меня получится не совсем красный. Вот такая вот линия пускай будет. Раз. Такой, оп. Вот так вот. Вот, есть, почти. Вот так вот. Так, верхнюю часть его еще прорисовать надо. Такой полукрасный, полуоранжевый какой-то. Вот, есть. Вот так. Вот так вот. Вот, и теперь, как полагается, мы делаем остаточек Амонга Аса, да? Мы берем и прорисовываем его две последние частицы.
Так. Контур раз. Это мы рисуем карандашами для рисования. И теперь номер два. Чтобы он здесь такой более светлый получился. Вот. Вот, пожалуйста, наш Аманкас получился. Спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч!